breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. Ну что, всем моим зрителям большой привет и добро пожаловать на канал. Сегодня буду готовить тушеную картошку. В принципе, утро мое начинается обыденно. Я встаю, провожаю Гошу и Ваню в школу, Сашу на работу. Ну и начинаю убирать со стола. Потом начинаю готовить, кушать. И уже впоследствии у меня остается время. Я собираюсь и иду на остановку, еду в школу, забираю Гошу. Но это вот у меня происходит ежедневно. Ну и здесь буду заводить тесто на хлеб. Здесь дрожжи. Меня просили опять рассказать рецепт. Девчонки, рассказываю. Живые дрожжи у меня пачечки. Это, ну, раз на 5 хватает так точно. Стоит она в районе 20 рублей. Беру где-то 500-600 грамм воды, ну, каждый раз по-разному. Если чуть поменьше буханки, значит 500 грамм, а когда побольше, могу и 600-700 грамм на равное количество вот, пропорций. И ложку столовую сахара. И все, пускай дрожжи активируются, пока я буду заниматься следующими делами. Здесь, девчонки, готовлю я манную кашу. Сейчас с утра я обязательно варю, ну, любую кашу разную, да, потому что Маше нужно в 9 часов утра пить обязательно лекарства вот новые, которые мы сейчас принимаем, и обязательно кушать какую-то кашу, да, с маслом и хлеб с маслом. Масло должно быть в рационе, о, не обязательно, чтобы, ну, таблетка, ну, хорошо усваивалась. Вот. В целом хочу сказать, Маше стало гораздо легче, знаете, она перестала кашлять, когда мы убрали кошку из дома, кто бы что ни говорил, что я не права и так далее. Ребенку стало легче на все 100%, могу сказать. Вот, так что в планах сейчас, конечно, хочу поставить баночку свежей осины и пропоить детей. Ну и сама тоже, я вам уже говорила, что периодически принимаю. Ну вот, у нас такой завтрак получился. Хлеб с маслом, кашка, чай. Так что всем приятного аппетита. Ну, а я продолжаю готовить. Добавляю уже почти в готовую картошку зелень. То есть обязательно всегда зелень добавляю, потому что зелени наморозили много в этом году. И использовать ее, конечно же, обязательно надо всю. Ну и пока я тут занималась делами, у меня активировались дрожжи. Я добавляю 2 чайные ложки соли, растительное масло, ну, на глаз так немножко лью, приблизительно, да. И все, добавляю муку. Муку добавлять надо постепенно. Сразу ее всыпать вот так не надо. Ну и все, тесто завела, немножко в конце масло растительное. Ну и тесто готовое. Ждем подъема, перекладываем в формочки. Поднимается хлеб и все. И убираем в духовку на 40 минут. И хлеб наш будет готовый. Так, ну что, я уже съездила за Гошей. Погода у нас вообще... Поздоровайся, Гоша. Всем привет. В общем, у нас получается воскресенье вчера.
Просто слякоть ужасная была. В общем, снег, так вот, лужи, дождь вместе со снегом, знаете, вот так. А сейчас прям такой холодный ветер, вот эта слякоть, и вот как бы начинает вроде бы как подмерзать, что ли, и прям даже скользко. И самое главное, что ветер именно у нас. Ну, к нашему дому сюда подходишь, с поля прям ветер, кошмар. Вот, в общем, пока мы добрались, это вообще жесть. Ладно, в общем-то, сейчас будем, я уже руки помыла, ты иди тоже руки мой, и будем кушать картошечку. А потом, наверное, будем стряпать блинчики, что-то блинчиков захотелось, и давно уже не стряпали. Вот, так что будем стряпать блинчики. Так, ну что, у меня здесь уже хлеб, тесто, точнее, на хлеб второй раз поднялось. Маш, тут у меня хлеб попускала, точнее, тесто на хлеб. И сейчас я буду в формочки его перекладывать. Сейчас будем кушать картошечку. Так, берем тарелочки и сейчас буду раскладывать. Ничего себе, вы купили эту штучку. 33, а ты все страницы писали, красавицы, ходят строчку каждый. Так, ну что, мы садимся обедать, все. Картошечка, Гоша молочко, Маша молочко и лучок репчатый. Все, всем приятного аппетита. Так, девчонки, меня просили рассказать о, ну, обо мне побольше, о моей семье вообще в целом, да, потому что новые, видать, подписчики и, ну, не имеют представления, да. Семья у меня состоит из 5 человек, мы ждем пополнения, да, срок у меня 5 месяцев, 6 месяц. Вот, возраст у меня 38 лет, 2 декабря мне будет 39. Вот, у меня пока 3 детей, старшему сыну 17 лет, его зовут Ваня, ну, соответственно, Маша 14 лет и Гоша пошел в 1 класс. То есть у меня 3 пока учеников. Вот, Ваня в 11 классе, Маша в 8, ну и Гоша в 1. Муж у меня старше меня на почти 6 лет, там 5,5 где-то. Живем мы с ним 19 лет. Вот. Что еще вам рассказать? Как запланировали 4-го ребенка? Ну вот так вот запланировали, так вот решили мы. Ну, я не думаю, я считаю, что ничего этого страшного нету. Ну, вот, как-то так. Будет у нас еще одна лялька. Вот. Ну, а в целом мы живем в трехкомнатной квартире. Квартиру мы купили в ипотеку. Вот, в целом живем мы здесь 2 года. Вот. Ну, то есть квартира у нас новостройка. Мы были в долевом строительстве. Так что, ну вот как-то так. Так. Что вам еще рассказать? В целом, в принципе, мне кажется, больше мне нечего и рассказать. Мне кажется, уже на все знают, да, про историю.
нашей семье, да, как и что, да, что Маша у меня является ребенком-инвалидом. Ну, так сложились обстоятельства. Такое заболевание генетическое у нас возникло. Вот. Заболевание возникло, поставили нам прививку, и прививка спровоцировала. То есть с этим заболеванием можно было жить, вообще и не зная об этом. Ну, то есть есть такие категории людей, которые живут с заболеванием муковицидоз и доживают до 60, до 40 лет, и оно никак себя не проявляет. Вот. В целом такие дети рождаются недоношенные, либо совсем худые. Маша родилась и в срок, и Маша родилась 3650. То есть все было в порядке до тех пор, пока не была поставлена прививка. Вот. Ну а вот так в целом мне писали, что не боитесь ли вы повторного, то есть заболевание, да, что ребенок может родиться таким заболеванием. Боюсь, конечно, боюсь, почему нет. Но в целом, я думаю, что будем надеяться, что все обойдется, все будет хорошо. Вот. Вот как-то так. Так. Ну и у меня еще спрашивали про наматрасник на диване. Сейчас я вам чуть позже его покажу и расскажу, сколько он стоит. Вот. В целом у меня спрашивали про то, что пью ли я осину, будучи беременная. Иногда пью. Я вообще очень хороший курс провела весной. Я пропивала ее прям очень хорошо. Вот. Ну и тут в целом, когда иногда раз и вот немножечко там с недельку могу попить, и ничего страшного. Вот она, моя осина. Кстати, чуть-чуть осталось, нужно будет поставить свежую. Напоминаю, кому нужна осина, пожалуйста, обращайтесь, пишите мне. Вот. Кто не знает, от чего осина. Осина очень хорошо помогает при псориазе. У меня берет мужчина осину, и он прям очень доволен результатами. Он уже в возрасте, и пропив 2 месяца, да, у него стала очищаться кожа. Это просто результаты превзошли все его ожидания. Да, он такого не ожидал. Но в целом хорошо осина при аписторхозе, эмблиозе и всевозможных паразитах. В целом, конечно, нужно пить около 9 месяцев, ну, то есть, как лечилась я. Вот. То есть, банка идет курсом на 3 месяца. Пьется утром и вечером по чайной ложке. Настаивается у меня курс, допустим, я настаиваю 3 дня, то есть, у меня настойка стоит, и начинаю принимать. Вот. Кто-то выдерживает 40 дней, кто-то более. Ну, то есть, на самом деле, очень много рецептов. Ну, вот у меня такой щадящий, самый щадящий рецепт такой, где осина с каждым днем настаивается, то есть, берет свою силу, да. Ну, и осина хорошо помогает при ЖК, при заболевание почек и печени, и при гинекологических заболеваниях. То есть осина очень хорошо при сахарном диабете, при давлении. Давление нормализует. Ну, в целом, вот как-то так. То есть вы можете посмотреть на просторах интернета, от чего осина и как. Вот. Ну, вот как-то так. Вообще, в целом, конечно, у меня есть ролики, где я начинала лечение. Аписторхоза у меня было очень много. И я это сделала, я смогла. Сейчас у меня анализы абсолютно все хорошие. Я сдаю на регулярной основе, и у меня их не находят. То есть я и кровь сдаю, я и кал сдаю. То есть все прекрасно и все замечательно. Вот.
Так что, кому надо, пишите, обращайтесь, задавайте свои вопросы. Я, может быть, отдельно ролик сниму, хотя у меня роликов на канале очень много про осину. Но если вам нужно, я специально выпишу вопросы, да, и обязательно каждый из вопросов расскажу, ну, как-то, да, в целом, вот. Вот и все. А еще мне, знаете, задавали вопрос, можно ли при том, когда пьете осину желчегонную. Я пила, девчонки, желчегонную, хотя осина имеет эффект желчегонного. Он, то есть желчь тоже гонит. Я пила, у меня камень 14 миллиметров, ну, инкремент получается, да, у меня. То есть я нажила с этим престорхозом. Вот, ну, тем не менее, я пила, все как бы нормально. Ну, вы будьте осторожны, конечно, перед тем, если вы вдруг не знаете, есть ли у вас камни или нет в желчном, то, конечно же, перед тем, как лечиться, сделайте УЗИ, проконсультируйтесь. Ну, хотя вам никто не скажет, что осину можно пить, тем более, когда есть камни. Это безусловно. Я лечилась, несмотря ни на что, я просто шла, наверное, на риски, да. Ну, хотя как, я, конечно же, консультировалась с УЗИстом и говорила, если я вдруг буду принимать, ну, то есть я ему объясняла ситуацию, холензин, то есть мне я предпочтение отдавала желчегонному препарату, и он сказал, что большой камень он не должен пойти. Вот и все. Ну, и все, слава богу, все хорошо. Так, ну и девочки меня спрашивали про наматрасник, где покупали и сколько стоит. Наматрасник мы не так давно купили. Он идет, ну, то есть такой вот простеганный, там ватин, толстый такой тяжелый наматрасник. Ну, знаете, такой даже хороший матрас, можно так сказать. Отдавали мы 530 он стоил, 10% скидка. Ну, то есть, получается 5530. По-моему, так. Или 630. Ну, в общем, что-то такое. Вот. На матрасник хороший. 1,60 м на 2. Покупали в нашем магазине мебельном. Так что, ну, вот все, что могу сказать я про него. Хороший на матрасник. Берем мы уже не первый раз. У нас и у Гоши на кресле такой, ну, маленький наматрасник. Мы тоже давно-давно брали, еще на прошлой квартире жили. И себе на кровать еще в прошлой квартире покупали. Сейчас этот наматрасник у Маши на кровати. Вот. Так что купили мы себе и купили еще Ване тоже на диван. Сейчас покажу. Так, ну, тоже мы сюда ему покупали. Ваня как-то кровать заправил, что его не подтянул даже. Ладно, все, исправит сегодня. Так что вот так, хорошие наматрасники, стоящие, толстенькие такие, прямо шикарные. Вот.